У Чакання свята, у яким выгляде рыхтуется паўстаць столица областных дажинок 2014, город Пинск. Даведаемся зараз. Довольно оригинальный подарунок для пинчуков на передадні дажинок зрабил пинский мастак, скульптор и поэт Сергей Жилевич. Майстер, знакомитый не только в Беларуси, але и за ее межами, выканал у граните скульптурную композицию «Легенда про Уюна». Скульптуру уже распочали усталевать на набережной узлети двух рек, Пины и Припяти. По задумце аутра, Уюн як бы плыве по воде, узнимающийся над невысокими хвалями. Я сделал рыбу приземленную, что ли, чтобы все могли ее узнать, потрогать, погладить и тем самым ощутить некое тепло. Слышать не раз мне, друзья, доводилось, что при слиянии двух рек чудо здесь появилось. То ли люди шептали, то ли волна, что чудо подобно на рыбу вьюна. Место усталёвкі скульптуры набярэжнае – одно з найпрыгажэйшых месцаў у горадзе. З аднаго боку – маляўнічыя рачныя плыні, а з другога – гарадскі парк культуры і адпачынку. Ён, дарэчы, таксама папоўніцца яшчэ адной кампазіцыяй. Тут у якасці помніка усталявалі плаваючы танк ПТ-76. Згодна з праектам, у парку запланавана стварэнне цэлай ваенна-патрыятычнай пляцоўкі. И еще один подарунок для горожан. Его робит молодый пинский мастак Андрей Руско. Менавіта дзякуючы яму при падтрымцы гарвыканкама на 55-метровому участку боковой опоры моста про спину зусім хутка з'явится выявой наибольш вядомых объектов города. Здесь на данной картине будут изображены историко-культурные ценности города, наиболее узнаваемые достопримечательности города, чтобы мог любой желающий житель города, либо приезжий, ознакомиться с достопримечательностями города. До початку дажинок пінчуков у гостей города порадует только центральный фрагмент роспису. Выява герба Пинска, по ободву баки от якого будут представлены коллегиум и костел. Завершить працу мастак планую наприканце вересня. До речи, это уже не первая работа подобного кшталту. Выяву столицы Полесья 1863 года со старой фотокартки на рештки моста перенес вуличный мастак Яуген Сюсюра. На передании святкования фестиваля працовников села город литерально расквітнел. На улице Першамайской выросли целый квет кветкавыя кампазіцыі, вялікая страказа, чайны сервіз, каравэла з алымі ветразямі. Усё гэта робіцца, каб ужо ў суботу сталіца дажынак сустрэла гасцей і жыхароў горада яркай і прыгожай. Марыя Кобец, Крыстіна Масюк, Александр Дзяченка, абласныя навіны Пінск.